Вопрос такой: что такое живая вода, какие у нее тела? Дело в том, что у воды тел не может быть, в принципе, живая вода это просто вода, которая максимально гармонична с, с нашим внутренним микромиром. То есть когда качество воды, состав, химический и так далее, идеальный подход для работы физических клеток человека, который обеспечивает все другие уровни. Но сама вода живая, а других тел не имеет. Допустим, когда вот, допустим, я использую воду для, ну, когда допустим, для лечения, когда людей, когда это происходит, вода становится носителем программ, но это не тела, опять-таки. То есть я создаю многое что, которое с водой попадает внутрь и уже идет, внедряется и изменяет другие уровни. Но это не значит, что вода имеет сама тела. Тела имеют только живые организмы. Вода, при всем при том, живой не является, хотя большая часть нашего тела составляет именно вода. Но, тем не менее, она не является живой. А живая вода имеется в виду, что она максимально, оптимально соответствует химическому, биохимическим процессам идеальному функционированию нашего тела. Вот и все. Следующий вопрос.